Пролетели самолеты часа полтора, нет, час назад где-то. И вот какие облака у нас появились. Разве есть сомнения, что это не специально брызгают? Вот для чего это все разбрызгивается? Вот не было бы этих полосок, следов от самолета. Был бы солнечный день, душа бы радовалась. А так все небо в полоску. Сейчас все затягивает, затягивает. Становится все хуже и хуже. Для чего это делается? И самое главное, что это разбрызгивают?